Я волшебник, дед всевет, мне в обед всего 100 лет. Сказку начинаю, в гости приглашаю. К тем, кто сделал все дела, сказка в гости пришла. Бык, баран, гусь, петух и волк. Русская сказка. Жил-был старик со старухой, и был у них бык, был баран, гусь и петух. Пришла холодная зима, так крепко заморозила, всем им под сараем лежать холодно. Вот бык пошел к барану: «Баран, баран, айда избу рубить!» «Да, пойду я избу рубить, я лучше у хозяина под сараем полежу». Пошел бык к гусю: «Гусь, пойдем избу рубить». «Нет, не пойду, я лучше у хозяина на одной ноге под сараем постою». Пошел бык к петуху: «Петух, петух, айда избу рубить». «Нет, я лучше у хозяина на нашесте просижу». Звал-звал бык, никто не идет, и пошел и срубил избу один на волчьей тропе и печку склал. Затопил, полеживает перед печкой, прогревается. На утро еще сильнее мороз. Барана мороз так пробрал, побежал он в лес к быку. Подбежал к избе: «Бя-бя, бык, бык, пусти меня в избу». «Я тебя звал, ты хотел у хозяина на соломе пролежать». «Осерчаю, — говорит баран, — все углы распыряю». Бык подумал, подумал: «Без углов изба будет холодна, ну иди». Баран вбежал, перед печкой на лавочку лег. Малость погодя, гусь летит: «Гагак, гагак, бык, пусти меня в избу». «Я тебя звал, ты хотел у хозяина на одной ноге стоять, там и стой». «Мох весь из стен вытереблю». «Ну, иди и ты». Гусь прямо на лавочку в чулан посиживает. Летит петух: «Кук-ка-ре-ку, бык, пусти меня в избу». «Я тебя звал, ты хотел у хозяина на нашестах просидеть, там и сиди». «Если не пустишь, с настойки землю всю срою». «Ну, ступай». Петух влетел прямо на брус, сидит на брусу. Идут волки, остановились и испугались. Что на ихней тропе за изба? Кто в ней живет, не знай. Стали кониться, кому в нее идти. Досталось самому старейшему волку. Волк взошел, встал у порожку. Вот бык как вскочил, скосился, да рогами-то его к стене-то и припер. А баран разбежится, да бац, да бац его по бокам. А гусь-то его все щипком да за зад, весь зад ему изорвал. А петух бегает по брусу, да кричит: «А вот как, да куда, да подайте сюда! Здесь у меня ножищи, здесь у меня и ужищи, здесь я его зарежу, здесь я его подвешу». Волк кое-как вырвался и айда бежать к своим товарищам. К ним подбежал, еще дальше убежал. Они кричат: «Брат, брат, постой!» Остановился волк и стал им рассказывать, что с ним было. «Вошел я в избенку, встал я у порожку, вскочил мужичище в черном чапанище, да меня ухватом так стенки-то и припер. А по мёне того мужика в сереньком чапанишке, да все меня обухом-то да по бокам-то. А еще по мёне того в беленьком камзблишке все меня щипцами. А еще по мёне того в красненьком халатишке бегает по брусу, да и кричит: «А вот как, да куда, да подайте сюда! Здесь у меня ножищи, здесь у меня и ужищи, здесь я его зарежу, здесь я его подвешу. Кабы они меня ему подали, он зарезал бы меня там и повесил». Бросили волки эту сокму и не стали туда ходить, а те жить в избе остались. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.